Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа. Продолжаем. Призванный архитектор. Второй сезон. Вторая серия. Отстраиваемся здесь потихоньку, что можем. Вот. Людям, я смотрю, нравится, блин, призванный архитектор, даже побольше, чем Fallout Shelter. Что-то они там зависли у нас. Что нам надо? Ранен. Нам нужна больница. Больницу мы сейчас себе и построим. У нас есть комната отдыха? Комната для персонала у нас имеется. Осталось поставить только больницу. И надо что-то придумать. Надо что-нибудь придумать с камерами. Поставить их как-то побольше. Вот. Так вот сделаем. По поводу камер. Сюда можно было, в принципе, еще одну койку поставить. Но все-таки я предпочитаю поставить еще одну камеру. И мы так, конечно, расширили. Так не очень хорошо поставили. Давайте эту проблему решим потом как-нибудь. А сейчас пока начнем строить еще один новый тюремный блок. Начнем мы его строить, пожалуй... Ну, не здесь, конечно же, там дети. Сколько они клеточек? 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1 пропускаем. Вот как-то вот отсюда надо, да? Вот так вот делать. Хорошо. Я думаю, нам места хватит. Потом перестраивать не придется. Все. Хватит. Нам пока хватит. Проведем здесь, пожалуй, трубу еще. Вот такую вот. Водонасосную. Ну и запустим время. Нам поскорее нужно персонал нанимать, который нам бы выращивал деревья. Потому что дело это, так скажем, полезное. Открыть финансы, нанять бухгалтера. Бухгалтер. Ты где? Финансы... Вот этого нам надо, и потом садоводство. Начальника охраны я пока не буду. Но вот такое вот я пока сделаю. Я, конечно же, может, слишком много охраны нанял, но... Это необходимость. А то сейчас один сбежит у нас, потому что раненый. И вообще, давайте больничку нам сюда. Быстренько. Серьезно, топит до сюда? Я же вам поставил водосток. Комнаты... так. Приемные Нессери. Где у нас больничка? А у нас пока доктор закрыт. Точно. Здоровье! Я не сделал здоровье! Черт возьми! Где мне 500 баксов надыбать, а? Теперь. Мы запороли в начале серии. Да. Зато камеры сделали. И давайте, пожалуй, тогда, если мы сделали камеры, расширим наше количество заключенных. У нас будет как раз 3 штуки. И этими 3 штуками попытаемся как-то более разумно распорядиться. Конечно, я тут построил так с запасом. Построил с запасом. Деревьев у нас больше не пооставалось. Ну, смотрите, пооставалось. Последний рывок. Так. Еще деревья. Тут дерево. Тут дерево. Слушайте, я думал, у нас не пооставалось реально уже деревьев. Оказывается, есть еще. Так. Ну, в темноте, конечно же, это такое дело, искать все это. Не очень продуктивное. Да и вам, наверное, плохо видно. Так, тут демонтируем.
Слушайте, да у нас тут еще полным-полно деревьев. Вот еще можем настроить и настроить. Сейчас устроим тут глобальную такую лесопилку. Вот так вот. Ну, вот так вот, я думаю, пока хватит. Че тут растешь? Одно одинешенькое. Все, так, финанс. Заключенные, 6 часов, ждем. Нам еще ж понанимать их надо, еще офисы поставить, господи. Ждем, короче, заключенных. Они там поспиливают нам все, что нам надо. Потыкаю так рандомно, может, еще какое дерево найду. Вот так вот. Ну а что добро пропадать, да? Кажется, я тут уже все перетыкал. Пускай работают люди. Койку, что ли, разместить пока эту медицинскую? Где там у нас медицинские койки? Или пока мы доктора не откроем, то будет сделать невозможно. Вот, мы не можем пока разместить. У нас не открыто здоровье. Держи мою кровать. Здорово, чё. Уже товар отправляют, уже там поспиливали. Молодцы, что я могу сказать. Отлично, мы сейчас можем открыть себе здоровье. А здоровье... Надо будет еще нанять их за какие-то неведомые мне средства. Даже вам помогу немного. Вот это вот, пожалуйста, тоже срубите. Продаем. 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 Все за вас делать приходится, да? Демонтируйте. Демонтируйте. Так, главное сейчас распорядиться грамотно. Сейчас еще зэки приедут новые. Вот это дерево. Можно мне тут немного? Посрубахтунг, как говорится, да? Отлично, слушайте. Да, 15 заключенных. О, что я хотел? Офисы. Нет, нанять. Нанять. Краб, бухгалтер. Не хватает для них кабинетов. Сейчас мы это тоже решим. Пока хватит. Ну, слушайте, так под завязку тут машину. Нормально. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут за это все дело. Давай, езжай уже. А вот и новые заключенные. Там еще тащат деревья. Штука 100. Нормально. Нормально мы так заработали. Че ты, блин, с места на место перетаскиваешь? Это что, пень? Это такой пень, да. Я думал, там саженец уже какой. Ну, можно, кстати, взять эти гранты.
До 15 заключенных уже. Вот это. До 30 заключенных. Сейчас все организуем. Будет у нас 30 заключенных. Ну, слушайте, деньги так у нас тут появились. Это не может не радовать. Ну и охрану, пожалуй, что ли. Так, докторов. Персонал. Доктор, раз, два. Комната. Лазарет. Сюда иди. А, объекты. Так, где-то я тут видел. Да ладно. Вот она, больничная койка. Раз, два, три. Все. Стройте. И еще, пожалуйста, будьте так добры. Свет сюда. Ну еще больше заключенных голодных у нас нету, да? Все, отлично. Нам нужно вообще, в принципе, 30 заключенных. Давайте построим. Раз. Два. Три. Замечательно. Что у нас по народу? Охранник, скоро начальник появится у нас. Не знаю, еще пару офисов. Ну, один точно так. Вот сюда иди. Да, пока минуса. Да, стройка, блин, денег стоит. Я это прекрасно понимаю. Но зато мы из этих заключенных сейчас денег нормально получим. Все, построили и забыли. Вот так вот. Начальник охраны, потом нам нужно открыть патруль. 33 заключенных, пожалуйста, мне заверните. 8 штук сейчас за них получим. 41 даже. Даже не знаю, такого количества разгонять, не разгонять. В принципе, потянем. Должны потянуть. 42-го давайте мне заверните. Персонал. Борщика еще не открыли. Борщика еще пока не открыли. Но. Садовника. Сразу назначаем объект. Может даже огородить его как-то. Здесь у нас будет вход, пожалуй.
И здесь у нас будет... Что у нас здесь будет? Лесопилка у нас тут будет. Сколько она там? Примерно вот так вот, да? Не помню. Так, еще больше. На сколько клеточек? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Идеально. Так, объекты. Объекты. Нет, комнаты. Лесопилка, лесопилка. Лесопилка. Почему я так не застраиваю? Потому что дверь тогда работать не будет, если тут застрою. Я думаю, там не убудет нас много, да? Для входа нормального. Да, мы пока сейчас закупимся, мы сейчас пойдем по минусам, но потом, потом у нас все будет супер-пупер. Все, так, теперь начинаем очистку глобальную. От грязи, от всего. Сейчас к нам еще 12 тысяч долларов приедет. Заключенные новые прибудут, и мы завершим этот грант. Есть психолога, да? Нам еще психолог нужен. А кто так строит, а? Я вас, что ли, так учил строить? Ну, пока дожидаемся еще 4 минуты. Ну, 4 часа по местному, что ли. А, большой объект, конечно же. Так, ну если у нас только заключенных, то, я думаю, не помешает еще. До 10 хотя бы. До 13. Ну, ладно, давайте до 14. Все. 14 охранников, я думаю, нам должно хватить. Что вы тут зависли? Что вы тут делаете? Вам работать негде? Ну, помогайте лучше садовникам. Так, мне нужен психолог. А психолога я еще не открыл. Давайте откроем. Патрули. Установка, разведка. Оружейная комната. Не, ладно. Пока что ладно. Отлично. Прибыль. Что вы там жалуетесь мне все, а? А, у нас тут некоторые по выходне. Нет, смотрите, нормально все. Так а чё, нету там 30 заключенных? Окей. А вот так. Сейчас доберем людей.
Сейчас все будет. Сейчас вот на Миралюкс настроил. Даже могу сюда еще больше кровати напихать. Отлично. 57 заключенных. Заверните мне, пожалуйста. Так. Итого мы еще на 6 штук обогатились. Нормально. Начальник охраны мне сюда. Одного. Подайте. Так, ну вроде у нас все чисто. Относительно, конечно же, но чисто. Комнаты, что нам еще не хватает? Комната отдыха, да? Кто там уже? Что с тобой случилось? Погибло? Да, погибло. Так, теперь нам надо повышать уровень безопасности. Чтобы повысить наш уровень безопасности, во-первых, нам уже не хватает, по-моему, еды. Так. Лавки. Я что-то тут немного неудачно разместил. Попробуем так сделать. Где там главка? Плотничком, да? Работайте. Ну, с охраной что-то я немного реально перестарался. А теперь нам нужны, наверное, эти. Металл-детектор, короче, поставим. Да, здесь реально его не хватает. Так, будьте добры, ограду мне сюда. Вроде ровно, да?
Пускай будет три входа у нас пока что. Сразу давайте запитаем это все дело. Электричество у нас пока еще достаточно. Вот наша кормилица, лесопилочка растет. Деревья выращиваем. Можно уже там про все эти забыть. А там уже одно растет это. Психолог. Где мой психолог? О, слушайте, нам же патрули открылись. Все, так. Патруль. Один, короче, чубоханидзе, запускай здесь ходит. Охраняет. Один здесь ходит как-то по рядам. Вместе с этим товарищем за компанию. Здесь тоже. Наверное, я еще сделаю, знаете как? Чтоб не приносили сюда всякий контрафакт, я не знаю, контрабанду. Вот так вот сделаю. И, короче, запитаю все это дело. Все. Снаружи к нам уже ничего не прибудет незаконного. Расширим, может, зону отправки еще, так подумал. А почему бы и нет, да? Ну и мусор немного. О, первые плоды. Может, карцеров побольше настроить, я так подумал. Вот такое количество заключенных. Патрули работают 8. Конечно, мало кто отдыхает так-то. Можно дорожки проложить сейчас уже. Или пока построим еще какие-нибудь комнаты. Комната отдыха надо бы им построить. Давайте построим. Да ё, да не, 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 не.
Даже не знаю. Все, хватит с вас. Вот там комната отдыха. Вот вам дверь сейчас построим. Так, где дверь? Замечательно. Там у нас патрули ходят. Ну так расширяемся, так достаточно. Так, комнату. Комнаты. Комната отдыха. Что в комнате отдыха должно находиться для заключенных? Так, вообще нам нужно площадку немного сейчас. С таксофонами вам помочь еще тут. Не, здесь не надо таксофона, вот здесь вот надо. Чего тут столпились? Клоузинг. Ладно, короче, бильярд вам сюда. Поставим таксофоны пару штук, я не знаю, вот так вот. Телевизор. Какое-нибудь кресло, что ли. Диван. Радиоприемник. А у нас здесь ходит патруль? Значит, патруль не ходит. Значит, мы сейчас его назначим здесь. Но сделаем мы это немного особым образом. Чтобы с этой стороны просматривались. Радиоприемники вам сюда поставим. Пока деньги у нас есть. Дорого, блин. Вы мне обходитесь, господа, но... Ну, чтобы эти тут уже тоже не возмущались. И тут условия похуже немного. Все, я считаю, мы тут сделали все просто, ну, на ура. Сюда охранника одного. Хм. Ну, ребят, ну расширяемся как можем. Кого там подрезал уже. Да, столовая это такая тема, что здесь надо быть поосторожней.
Бетонные плиты вам сюда, что ли, положить? Охранить вам. Чтоб патрули были нормально. Да, в минуса сейчас пойду. Ну так будет лучше. Хотя бы вот так. По электричеству что? Отлично. Персонал. $1000 стоит. Ну, в следующий раз, значит, психолога. А почему в следующий раз? В этот раз. Сейчас грантик возьмем. Дайте побольше свободного времени людям. Так вот. Гранты, пожалуйста, мне. До 100 заключенных. Без проблем. Психолога. Психолога, психолога, психолога. Отлично, теперь у нас есть психолог. Теперь каким-то чудом мы должны расширить нашу тюрьму до 100 человек. Наш радиоприемник. Давайте 72 заключенных мне. Сюда вот подведем водичку, электричество. Так, водичку мне сюда, да?
теперь все пучком. Сейчас еще к нам 7 штук приедет баксов. Инженерные объекты, где там душевая? Ну только не говорите мне, что я пожалею сейчас, что не назначил туда патруль. Сюда усиленный патруль сунем. Что-то вы там совсем краев не видите. Вот так вот. Как он? 23 человека. 26 не хотите? Сейчас мы сюда трубу подведем и туда. И, по-моему, надо картеров построить немного. Хотя они вроде как и не заполнены. Не, заполнены некоторые. Хорош с вас картеров. А то слишком много получится. Да, пока и в таких плюсах мы. Вон, у нас уже подросли деревья. Сейчас мы пойдем в плюсы. Подумал, может замкнуть эти как-то помещения. Нет, когда у нас денег будет больше, тогда мы этим и займемся. А сейчас пока деревья подрастают, мы их продаем. Останется еще больше денег и еще. Ну, короче, живем, ребята, живем. А что-то я во дворе не назначил патрули. Кто мне может ответить? Какие вам сейчас жесткие патрули устроим тут? Чтобы вы не расслаблялись. А, я лавки вам еще не поставил там. Точно. Все, присаживайтесь, не стесняйтесь. Точно, точно. Ай, блин. На кухне может пожар произойти. Хотя я вроде как выключил эту модификацию.
Неважно, я лучше перестрахуюсь, поставлю сюда противопожарные, короче, штуковины. Перестраховываемся, да? Хуже от этого точно никому не станет. Все, ждем, пока строят. Все эти трубы ложат сюда. А там посмотрим. Можем пока еще асфальт положить. Бетонный. Давайте вот так сделаем поширше. Потом доложим, когда сможем. Ой, ну хотя бы столечко, да? Продолжаем. Вот, короче. Сейчас асфальт сюда заложим. А что вы здесь находитесь? Что, места что ли нет у нас? Вроде должно быть все. Наши работяги трудятся. Не, денег нету. Что ж поделать, да? Вот, деревья сейчас натаскают. Будут у нас и деньги, и девушки. Ну, я имею в виду заключенные, да? Так, чтобы они быстрее передвигались, я асфальт ложу, чтобы поудобнее было. Так, что я хотел? Тут нам сейчас проложат. Тут тоже везде все проложат. Ну, не знаю, на асфальт доложить, что ли? Ну, бетон в смысле. Ну, вот столечко давай. Ну, здесь еще немножко, ладно? Ну, капельку. Ну, вот, сразу повязали. Не успели. Что случилось? Опять? Опять бунт здесь белого дня устраиваем мне тут.
Так, вроде ничего у нас больше не мигает. Ну, здесь еще трубу не пробили. Это вопрос времени. Я думаю, может еще одну медицинскую койку поставить. Пускай будет. Лишний не станет точно. А что ты тут забыл? Извини меня, уважаемый. Зона, извини меня, для персонала. Как и здесь, это зона для персонала все. Ведь ходить не имеете права. Сейчас он тут перекроет, у нас здесь будет зона чисто для персонала. А может нафиг? Не, нафиг, нафиг отсюда решетку. Нам нужна. Во, смотрите, какая у нас лесопилка шикарная. Сейчас такие плюса поуходим. Что еще, короче, камер настроим. Здесь сделаем для них всех один выход. И поставим, короче... Нет, даже два поставим выхода. Чтобы они как-то получше выходили. А хотя они все равно будут ломиться, щемиться через один выход. Да, конечно, решетки не поставлю, но патруля назначу. Вот так вот. Давай хотя бы еще один слой. Уже охраны нам не хватает, да? На 72 человека. Я думаю, до 30 охранников, я думаю, нам хватит. $500 стоит охранник. Давайте там поднатаскайте мне еще немножко. Вот охрана у нас тут отдыхает. Комната есть. А давайте мы вам устроим обыск. Как вам такая мысль? Хотите обыск? Да, недовольные. Ну что это вы там запрещенные предметы таскаете? Кинологи. Нам нужны кинологи. Сторожевые псы. Они очень хорошо находятся, эти контрабанды, подкопы. Ну, обыск это нужная вещь. Без него никуда. Пить, облегчиться, семью, алкоголь. Но туалетов не хватает. Может, душевых поставить? Пару толчков. Давайте здесь поставим. В принципе. Сотка баксов стоит. Хотя пару штук. Сможете и облегчиться, так сказать. День там до сюда у нас нет, чуть дальше еще на два. На две клетки. Раз и два.
Все, пускай вот так вот идет труба у нас еще. Чтобы у вас было поменьше потребности в этом всем. Камеры. Нам, блин, не хватает камер. Разведка. Ну нифига себе, через офисы, что ли, тягают? Конкретно я вам скажу так. Вы меня, конечно же, порадовали. Но как вы проносите? Вы, ребята, не оправдали мое доверие. Вообще ни капли. Разочаровываете вы меня. Ох, разочаровываете. У меня тут вообще, в принципе, контрабас. Чтобы поменьше проносили надо. Где потасовка? В камере? Не понял. Исполняйте обязанности. Еще одного доктора мы нанять пока не можем. Какие потребности еще у наших заключенных? Которые просто в камере находятся. Ну что ты хочешь? Питание, в душ. Обучиться грамоте некоторые хотят. Может, учебным классом построить? Давайте возьмем грант. Право на свидание. Давайте право на свидание мы сделаем. Да, уже в принципе время. Я думаю, на этом можно завершить нашу серию. Вот вместо вот этой я сохранюсь, потому что я там поиграл так немного для себя, но это не пошло для записи, вообще так отдельный сейф. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка, если понравилась серия, оставляйте ваши комментарии. Всего хорошего, удачи и пока.